Администрация продолжает серию мастер-классов для жителей всех возрастов. Сегодня встреча мастера декоративно-прикладного искусства с жителями микрорайона Новогорск-Планерная. Химчане узнали секреты создания сувениров из кофейных зерен. Жанна Вильга давно занимается творчеством. Знает, изделия для украшения дома или в подарок можно сделать из любых подручных средств. Кофейные зерна в этом отношении – находка. Они красиво выглядят, приятно пахнут, из них легко можно сделать композицию. Намазываю. Обратите внимание, не все, а чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Вот, хорошо. Беру кофе и начинаю быстренько выкладывать. Быстренько выкладывать. Сейчас нам придется много использовать клея, потому что засыхает очень быстро. Такие встречи – возможность открыть для себя новые увлечения и найти единомышленников. Сегодняшний час нас сблизил. Вот мы тут сидели, познакомились. Начали говорить, общие проблемы появились. Большое спасибо руководству школы за такую прелесть, потому что в наших буднях, вот я для себя испила глоточек такого позитива, такой радости. Рутина нас затягивает, затягивает. К сожалению, вот часто мы совсем про себя-то забываем. Поэтому замечательно, что действительно наша власть поворачивается к нам лицом. И сейчас вы на слайдах можете посмотреть некоторые вещи, некоторую информацию, цифры, статистику о том, что действительно и губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, который поставил задачу на ближайшую пятилетку улучшить нашу жизнь. Полная афиша встреч на сайте администрации Химок.